Следующий материал подготовили наши коллеги из Калязина. На днях в этом городе простились с Павлом Егоровым, который погиб при выполнении служебного долга во время проведения спецоперации на Украине. Проститься с молодым человеком пришли родственники, друзья и многие калязинцы. Павел Егоров родился 5 ноября 2000 года в Калязине. Учился в Зареченской основной школе, окончил Калязинский колледж, где получил специальность преподаватель физической культуры. Служил в рядах российской армии механиком-водителем зенитного ракетного взвода. Горько и больно продолжать сегодня мальчика, которому совсем недавно вручала диплом. Павел всегда был добрым, искренним, улыбчивым, общительным. У него много друзей. Утром траурный кортеж прибыл к зданию районного дома культуры, где прошла церемония прощания. Многие калязинцы пришли, чтобы проводить в последний путь молодого бойца, принести цветы к его гробу, сказать слова соболезнования родным и близким, выразить свою поддержку. Отпевание прошло в Вознесенском храме Калязина. Затем на территории городского кладбища состоялся траурный митинг. Павел до конца остался верным воинской присяге, самоотверженным воином, который смело смотрел в лицо опасности и погиб при выполнении боевых специальных задач, исполнив свой долг перед отчизной. Настоящий герой, который навсегда останется примером отваги и верности своему долгу. Соболезнования от имени губернатора Тверской области передала заместитель председателя правительства Тверской области Валентина Новикова. Имя Павла Олеговича навсегда останется в истории Тверского края, в памяти всех, кто знал и любил его. Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Вашей семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны правительства Тверской области. Вечная память. Со словами соболезнования родным и близким, друзьям обратился глава Калязинского района Константин Ильин. Он отметил, что Павел – настоящий герой, который навсегда останется примером мужества и отваги. События в последнее время привели к тому, что наша армия вновь стала на защиту нашей отчизны, не только нашей отчизны, но и всего мира от фашизма, который нес угрозу нашей стране, всему миру. И он до конца остался верен своему долгу. После минуты молчания воины захоронили со всеми почестями. Посмертно Павел Егоров награжден орденом мужества.